Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что ж, как вы поняли, сегодня буду помогать рыжикам. Сегодня буду раздавать бабосики. У меня есть лям 400, я готов их все потратить. Готов потратить все свои деньги, чтобы помочь рыжикам. Давно я таким не занимался, поэтому я думаю, это достойно вашего лайка. Реально, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас найдем хотя бы 5 счастливчикам, которым мы накинем денег через трейд. Потому что скоро глобальное обновление, поэтому... Пацаны, если вы не играете еще на родине, я вам советую начать играть, потому что выйдет глобальное обновление, и потом будет поздно. Будет реально поздно, потому что все уже будут при бабосиках, а вы только будете начинать без денег, без ничего. Поэтому советую вам заранее зарегистрировать свой аккаунт, ввести мой ник при регистрации. Я вам помогу еще с деньгами, я на стримах раздаю деньги подписчикам, раздаю по 200 тысяч. Поэтому заходите на мои стримы, заходите на родину, вводите мой ник. Если вы этим ник, мне потом на третьем уровне, когда вы прокачаетесь, придет 250 тысяч, и я могу вам их отдать. Поэтому пока не поздно, реально, регайтесь, играйте на родине, развивайтесь и ждите глобальное обновление вместе со мной. Я походу нашел первого клиента, это у нас Костянчик, который бегает по парковочке. Первый уровень, он походу только зарегался и пытается найти себе машину. Поэтому давайте сейчас к нему телепортируемся и с ним поговорим и дадим ему бабосиков. Как бы первый уровень, надо ему помочь. Бля, что он вообще пытается что-то мне сказать, но ничего не получается. А ты вообще знаешь, как тут развиваться, надо что делать, либо тебе помочь? Он пытается что-то сказать, там только шипение, я слышу и все. Там больше ничего больше нету. Так, на работу, давайте его на ферму отвезем, в принципе. И там я уже ему денег дам. Все, жди теперь, пока 5 секунд пройдет. Он сказал спасибо, я хоть это услышал. Ну, удачи тебе, братанчик, вот тут устраиваться на работу, если что. На ферме. Он сказал спасибо, ты хороший человек. Но ему, кстати, лет 10. Я не знаю, на видосе это было слышно, просто, ну, у меня хорошие наушники, я услышал. Так, 258, 160 тысяч у него есть, машины нету. Уровень 3 у него. Дмитрий Лучин. Давайте ему поможем, он работает, тем более водителем автобуса. Поэтому давайте к нему сейчас подъедем и просто ему подарим 300 тысяч. Я думаю, ему будет приятно, серьезно. Вот я реально люблю помогать людям. Вот было бы у меня 100 лямов, я бы реально раздал бы их. Здорово, братанчик, что ты работаешь? Работаю. Он может принять трейд или нет? Люди добрые, да поможите мне сбили. Куда ты поехал, братан? Я тебе помочь хочу. А вы полицейский? Я усатый шалун. Ясно. Ну знаешь, там усики, пропуск трусики туда-сюда, знаешь. А какое у вас звание? Главный лизун. А можно мне к вам? Не, у нас лизать нельзя. Ладно, я шучу, братан, я администратор, я просто себе лидерку выдал. Главный лизун, сука. Ебать, я пизданул, конечно. Давай, братан, что ты боишься? 5 секунд сейчас пройдет и все будет заебись. Вот, а ты боялся, я тебе подарок хотел сделать. Спасибо, чувак. Не за что. Удачи тебе поработать. Тебе тоже удачи. О, да так вот там на позитиве, пацаны. Надо на позитиве быть. Так, я нашел таксиста, походу. Зачем по встречке ездим, гражданин? Ну, конечно же, это встречка. Ну, мы же как бы не в Японии играем. Сейчас ему 300 тысяч прилетит. Только он не должен по встречке больше ездить. Чтоб я вас больше на встречке не видел. Вы усвоили урок? Еще на встречке раз увижу, то я вас посажу. Все, давай, удачи на тебе дороги. Больше не нарушай.